Студенты Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета будут проходить практику в ведущих клинических центрах Германии. Об этом сегодня говорили на встрече с немецким хирургом Гарри Чарчаном, который посетил МГУ и прочитал курс лекций для студентов о высоком качестве медицинского образования в Германии. Расширение академических связей стало возможным благодаря сотрудничеству Международного гуманитарного университета с одним из ведущих лечебных учреждений страны – медицинским домом «Одракс». Сегодня это основная клиническая база Одесского медицинского института МГУ. Хотелось бы отметить, что президент Международного гуманитарного университета академик Ивалов Сергей Васильевич большое внимание сегодня уделяет развитию медицины в Международном гуманитарном университете. Особенно мы акцентируем внимание на лекторах, которые приезжают к нам с Европы, с Америки, лекторы, которые приезжают делиться своим опытом. И сегодня в Одесском медицинском институте Международного гуманитарного университета знаковое событие. Международный гуманитарный университет посетил практикующий хирург Гарик Рубенович Чарчан. Это практикующий хирург, который работает в Берлине, который имеет уже очень богатый опыт. И наши партнеры, медицинский дом «Одракс», приложил все усилия, чтобы он посетил Одессу, посетил Украину и посетил, в частности, Международный гуманитарный университет. Я хочу сказать, что для нашего университета очень важно, потому что в университете уже функционируют две стоматологические поликлиники. И сегодня в университете образовалась и развивается студенческая поликлиника. И лекция посвящена развитию медицинских поликлиник в Германии. Медицинское образование в Германии считается одним из самых престижных в мире. При этом оно является сравнительно доступным, так как обучение ведется преимущественно в государственных вузах, и платить за него не нужно. Я очень рад сегодня представить возможность кооперации и общения двух клиник, двух университетов в Украине и в Германии. Тема сегодняшней лекции – это возможность образования и способы образования Германии, медицинского образования и система здравоохранения в этой стране. С клиникой «Одракс» мы уже общаемся больше 3 лет. Это очень продуктивное общение, очень продуктивная кооперация. Мы очень рады быть знакомы и знать этих людей. Система медицинского образования в Германии высочайшего уровня. Конкурсный отбор в немецких вузах весьма велик, поэтому туда поступают только самые лучшие и целеустремленные студенты. Щедрое финансирование системы высшего образования и мощные университетские клиники способствуют профессиональному росту молодых врачей. Сейчас проходит очень интересная лекция по поводу образования и учебы в Германии. И мне кажется, что если наша молодежь будет проходить стажировку в Германии, то в Украину это внесет абсолютно новый вид медицины, как не та, которая заносилась еще в СССР, а та, которая будет просто разрывать медицину Украины в уровне и в качестве подхода специалистов. Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета готовит специалистов по всем образовательным направлениям – медицина, стоматология и фармация. Также в вузе функционирует факультет последипломного образования врачей.